Мы с Дмитрием Ивановичем выдвигаемся в сторону водоема. Всем привет. Да, всем привет. И запускаем такой небольшой челлендж под хэштегом «Увези сколько сможешь». Дмитрий Иванович основательно подготовился для этого челленджа. Как вы думаете, что он придумал? Да-да-да-дам. Немножко мы мусора увезем сегодня. Димка молодец. Челлендж мы начинаем с птички. Помните, в прошлый раз в видосе, да, тут мусора было куча. Вот мы его собрали весь. Два мешка с пацанами нагребли. Все, тут пожар был. Из-за чего пожар? Солнце через стекло палит и как через линзу разжигает траву. Поэтому тоже опасно. Все, пацаны, молодцы, помогли нам. Плутоне. Лебединое озеро. И запах, запах. Это мы на Нуре. Все как положено, мошка. Ветерок, правда, нас еще пока спасает. Но мы хотели бы вам представить хит сезона по Нуре. Две модели. Одна модель Ghostbuster и последний крик моды. Костюм горка. И костюм горка с намордником. Да. От коронавируса не поможет, но от мошки помогает. Так, Дима занялся челленджем, продолжением челленджа. Сразу мы убираем место, в которое приехали. Я одел перчатки не зря. Даже почти с пивом. Да, не забывайте выливать из бутылок воду, а то потом будет неприятный запах в машине. Короче, чистим место, чтобы ночью ногами вот на это не напороться. Свинство, блядь. Михаил вон уже все заряжен и пошел. Сейчас сядет. Пацанам еще удочки собирать, я говорю, кто там первый? Пацаны... Походу по карасю расползают. Сейчас пока они расставятся, я соберу спиннинг. Дима, я думаю, тоже будет со спиннингом. Короче, я собираю спиннинг. Муха, мошка, иди отсюда. А вообще Макс тоже упакован. Тут сразу, короче, пьешь и закусываешь мошкой. Вот в таких условиях мы собираем снасть. Дмитрий Иванович вон, узнаете? Нет? Это он. Забушлатились все. Да, вот Мишка опять подошел. Че, Миш? Дай зажигалку. Ой, а где фрикцион-то? Что, есть кто-то? Нету, кажется. Кто-то вон есть. О, нарезка. Нарезка есть. Клейка. У меня на вот этой байтранер работает. Клещ? А нет, ясь. Подъязок. На перву, блядь. На перловку? Ну, одел перловку, думал, попробуй. О, нет, подъязок идет. На кукуруку, да? Ну. Все, Мишка распечатался на карасе. Хороший. Нету ран? Нету, ни ран, ничего. Одна рана есть. Где? Под хвостом. А, ну. Ну, ничего страшного. Ну, наконец, а то вот так. Одни подъездки. На пустой крючок клевал. Пойдет. Опа, 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 Мишаня. Что творит? Уклейку. Что-то у меня клюет. Убийца карася. Сейчас карась ночью пойдет.
огромный. Сидит и отвечает. Рано. Вот он есть, вот теперь есть. Вот он, блин. Нет, кукурука. О, мишка, мишка. Вот что-то тут прям. Под яцик. Первая? Нет, кукурука. Учись просто. Я просто присяду сейчас, два глотка и все. По-королевски. Бля, реально рыбалка мне нравится, конечно. От души рыбачу. Вот он. Вот. А, нет. Ну, вон, да, не карась. Сиди, сиди, давай. Вот он, вот это что-то есть. Ну, это смотри. Точно. Не, ну это точно карась. Похоже. Похоже. Прям упирается так. Два на. Что это? Подъязы, блядь. Два подъязка. Подъязы долго. Обрыбился, короче. Два езя взял. Вот Мишка свидетель. Сидит. По-моему, трое. Хорош. Дуплет брал, теперь три. Под яцек. Нормально, жарёшный прям. Да, зря ты подсак не взял. А зачем подсак? О, этот, садок. Какой? О, поплывок. Удочка. Где? Удочки, пожалуйста. Ещё одна вот здесь копилка положи. Вот он. Как щедро тебе. Этот еще лучше, смотри какой. Это даже, это кара, это кто это? Это плотва. Еще и окуней кто-то умудрился поймать. Ты? Ой, Мишанька. Давай, 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 давай. Это рука. Итак, мы встречаем под яцика, походу, или уклейку какую-то. Не-не. Да-да-да. Ну-ка, под я. Сначала окунаем. Дезинфекция от коронавируса. Все, теперь можно. Сразу здесь почистить, чем дома свинство разводить, правильно? Ну, конечно. Валерий, Валерий, ты знаешь, кто это? Есть что? Конечно. О, карась? Нет, под яцек. Бля, и на зарёшный опять. Сорога. Сорога. Карп. Карп. Доброе утро. Ну как доброе? Нормальное такое утро. Мошечное утро. Короче, джик-джик-джик не помогает. Ничего не помогает. Мошки тьма. Вот буквально с 7:30 мошка опять проснулась. И начинает нас ебать. Мишка надербанил карася с пацанами, с подъязками. Я это тоже заснял. Да. А, блин, ты заснял, да? А, да, я заснял.
Короче, мошки невозможно. С семьей сюда ехать нереально, короче. Все, мы поехали мусор собирать. Прошу заметить, чистота. Чистота за нами. Вообще ничего не оставляем. Ребята, ну неужели нельзя за собой убрать? Все, вот, чистые столбы. Убирайте за собой хотя бы, и уже его не будет. Хотя бы за собой, пацаны, не надо за нами, за ними, за собой. Рыбалка у нас не совсем получилась, можно сказать, не получилось. Зато мы сделали доброе дело, благодаря идее Дмитрия Ивановича, благодаря вот этому прицепу, мешкам. Мы собрали мусора, 8 мешков. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем трофеев. Чтоб все у вас было хорошо. Встретимся на водоеме. А с кем мы встречаемся, тому подгоняем наклейку. Чи-чи-чи-чи!